Привет, друзья! F-15K Южной Кореи провели учения со стрельбой крылатой ракетой Tauros KPD-350. Подобные учения уже не проводились 7 лет. Стоит отметить, данные ракеты сейчас пытается получить Украина от Германии. Ракета Tauros разработана компанией Tauros System. Это совместное предприятие немецкой компании MBDA Deutschland и шведской компании Saab Bofors Dynamics. Ракета разработана в 1998 году и производится с 2004 года. Ракета Tauros KPD-350 предназначена для поражения наземных целей, без захода самолета в зону действия ПВО. Если коротко, ракета Tauros считается удачной, ее стоимость около 950 тысяч евро. В сравнении с ракетами Scalp EG, ракета Tauros выглядит более лучшим изделием. Ракета Tauros имеет инерциальную навигационную систему коррекции с использованием GPS. Наведение также осуществляется по данным цифровых карт. Это позволяет игнорировать помехи от РЭП. Ракета летит с огибанием рельефа местности на высоте около 30 метров. Tauros KPD-350 имеет дальность полета 350-500 км. Версия KPD-150 – до 150 км. Масса боевой части ракеты – 481 кг. Скорость полета – от 730 до 1100 км в час. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.